В этом в клипе, он как фильм получился, там Анна Ковальчук сыграла главную роль. Это ее специальность, фотограф, который ловит моменты из жизни артистов, актеров. А вот она меня якобы снимает, а я живу своей полноценной жизнью. Работаю в студии, выступаю в концертах. Но время от времени мне попадается то газета с какой-то моей фотографией, которая непонятно вообще, где была снята и почему. Я все время опаздываю, услышав затвор объектива, фотоаппарата. Я поворачиваюсь, время теряю. Вижу куда-то улетающую, уходящую какую-то женскую фигуру, силуэт. Но не могу понять, кто это. Камера, звук. Да. Работает. Я просто медленно люблю. Я об одном судьбу молю. Чтоб в суете мы не теряли сути. Родную женщину мою, тебя я медленно люблю. Чтоб не забыть, мне не забыть. Об одной с тобою прожитой. Камера, стоп, ты то самое большое останется. Мы занимались в основном атмосферой. Вот этого клуба мы совершенно сделали из него иную историю. Путем этого дыма, путем вот этих вот желтых фильтров. Потом на цветокоррекции еще подкрутим определенным это образом. Я считаю, что это будет такой, такой медовый, такой вот вечерний закат. Мы занимались, я думаю, что больше стилем, чтобы смотрелось стильно. Вот это основная была задача. Я просто медленно люблю, я об одном судьбу молю, чтоб в суете мы не теряли сути. Родную женщину мою, тебя я медленно люблю, чтоб не забыть, мне не забыть. Ни об одной с тобою прожитой минуте. Мы сделали вместе три песни с композитором Зубковым и с Михаилом Гуцериевым. Это песня «Love Story», потом была песня «Мама». Третья песня вот эта «Я просто медленно люблю». Она меня чем-то привлекло, чем-то необычным. Получилось очень удачно. Я очень рад, что с такими людьми мы поработали. Показатель того, что это действительно достойная, классная песня, было то, что утром, просыпаясь каждый раз, я уже имел ее в голове, она уже звучала. Она врезается в память, она там, и поэтому думать на эту тему было очень легко, работалось легко. Стихи безупречны, музыка безупречна, исполнение безупречно.